Здрасте, накрасьте! Меня зовут Анна Кравченко, и вы на моем канале. Сегодня я расскажу вам про новинку, аналогов которой нет. Это кремовый ремувер для снятия краски. Ну что, поехали! Чем Skin Color Cream Remover отличается от других ремуверов? Во-первых, в том, что здесь нет спирта, соответственно, он не сушит кожу. У него консистенция в виде крема, и он очень приятно пахнет. Кроме того, что он снимает краску с кожи, также он чуть-чуть смывает краску с волосков. И сейчас мы с вами проверим. Возьмем тестерные пряди. Они, кстати, есть у нас на сайте. Очень легко делать в домашних условиях эксперименты. Взяли тестерную прядь и смешиваем черную краску. Гель-краску 0,1, 1 к 1. Наша задача прокрасить хорошо прядь, потом ее высушить и нанести на нее кремовый ремувер, чтобы было видно, насколько убирает ремувер цвет. Пока у нас будет идти окрашивание, также мы замешаем другую краску, чтобы проверить и один, и второй вариант, но уже нанесем ее на кожу. Это самая стойкая краска, Deep Brow Tint, цвет Icy. Замешиваем с окислителем 1 к 1. И сделаем выкрас на руке. Ждем 5 минут. 5 minutes later. Я уже смыла краску с волосков, убираю краску с кожи, выдавливаете ремувер на палитру, берете кисть, просто наносите. Можно делать очень мягкие градации, например, вначале нанести больше, а дальше мягче растушевать. И также наносим на волоски. Я нанесу на половину пряди, чтобы был виден результат. В процессе уже видно, как уходит пигмент. Смотрите, видите? И точно так же на руке. Смотрите, я отодвигаю, и насколько у меня уже светлее краситель. Причем, если вы хотите растушевать больше, тогда можете потереть. Либо ватной палочкой, либо кисточкой, как будто вот терочкой. Как видно, кремовый ремувер очень хорошо убирает краску с кожи. Если вы хотите более сильный эффект, тогда я вам рекомендую Decolor. Видео также у меня есть на канале. Также кремовый ремувер немного убирает цвет и с волосков. Это важно во внутреннем начале брови, когда вам нужно сделать мягкий растушеванный эффект. Сколько выдерживать кремовый ремувер? Я держу до минуты, но вообще можно держать до 15 минут. В принципе, за 15-30 секунд вам уже виден эффект, и если нужно красиво растушевать, этого времени будет достаточно. Я надеюсь, информация для вас была полезна. Обязательно пишите комментарии. Всем пока!